Какая неприятная ситуация. Так, ну-ка пододвинься. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Ну что ж, как вы уже поняли, с вами мистер Геймер, и сегодня у нас обзор на Half-Life 2, точнее на всю трилогию. То есть Half-Life 2, Half-Life 2 эпизод 1 и Half-Life 2 эпизод 2. Ну что ж, сейчас полюбуемся на это говнецо-то, блядь. Вообще, знаете, я ненавижу эту игру, я ненавижу движок Source. Так, что еще сказать? Я ненавижу говна, то есть G-мена. Я ненавижу Гордона Фримена, потому что я не понимаю, как этот дохляк за 5 минут переквалифицировался из физика ботана в настоящего Рэмбо с монтировкой. Так. Ага. Ну что тут еще скажешь, что тут еще скажешь? Графика, в принципе, ну, ничего так, ничего так. То есть про нее ничего плохого сказать не могу. Также еще меня бесит девка, которая была спизжена из Beyond Good and Evil. По-моему, так произносится. Но она оттуда спизжена, это стопудово, это стопудово. И неужели они думали, что этого никто не поймет и не заметит? Честно говоря, особо не впечатляет. Ну что ж, давайте пропустим кусочек заставки и вернемся к геймплею. Ну вот, я снова здесь, и... Ну что ж, давайте заценим внешний видочек. Выглядит неплохо, но непонятно, почему написано ХССГ по-русски. Это, знаете, это странно. Это очень странно. Замки какие-то непонятные. Стена, блядь. Чё-то как-то сыкотно. Честно говоря, я практически не играл в Half-Life 2. И, опять же, честно говоря, не горел никогда особо желанием это исправить. Но чё уж тут поделать. Так, пойдем туда, в темноту и неизвестность. О, дорога из желтого кирпича. Страна Оз, помогай! Так, идем, идем. Там что-то происходит. Что-то беспредел какой-то, да? Тихо, оу, тихо, тихо. Какие злые здесь менты-то. Нихуя себе! Вот откуда был спизжен кусок для Крайзиса. Чё тут еще можно сказать? Так, вот я перелез через заборчик. Ага, туда я не пойду. Вот здесь еще как-то более-менее. Напоминает, честно говоря, больше сталкера, но... Это что такое? О, круто. Крестики-нолики. Только без одного крестика-нолика. Покатаюсь на качельках. Нет, не покатаюсь на качельках, а жаль. Так, пройдем вот сюда. И опять пошла загрузка. Знаете, эти загрузки а-ля Morrowind начинают бесить. Причем сильно. То есть, по сути, игрушка была хороша для своего времени. Но лично я не впечатлен. Не впечатлен. Абсолютно. Так, спецназ берет на наркодилеров. Это не ко мне. Промазал, промазал. А ты чё, встала и пялится? Нет бы свалить куда-нибудь. О, я тебя знаю. Так, ого,
Заебищай телеком-то в кого-нибудь-то да закину. Вот так. Что-то я не понял. Я ж в него телевизором кинул. Чё за хуйня? Блять, чё за говно? Кто так ремонт-то делает? Ребят, ну сколько раз вам говорить, нанимайте грамотных работников, а не вот такую вот хуету. Так, я полез. Нет, я не полез. Ого. Чё-то как-то народу вообще дохуя стало. И опять загрузка. Знаете, мне это просто порядком поднадоело. Вот вам кусок Half-Life 2. Вы его получили. И днем получите эпизод 1, а вечером эпизод 2. С вами был Мистер Геймер. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.